Тверичане и гости столицы Верхневолжья активно обсуждают оформление улиц города в преддверии Нового года. Одно из самых эффектных украшений – звездное небо – вернулось на Советскую. Новую гирлянду повесили на всей протяжении улицы. Ее длина 2 километра. Работу провели в рамках туристического кода города. Новое украшение и на бульваре Радищева. Там тоже обновили гирлянду от улицы Дементьева до Тверского проспекта. Мы решили спросить у тверичан, довольны ли они новогодним оформлением города и есть ли у них предновогоднее настроение. Что нравится в украшенном городе? Все очень симпатично. Очень красиво, все нарядно, празднично, да, замечательно. Вечером такую атмосферу создает очень приятную. Да, очень празднично. Да. Очень понравилось, красиво все. Трехсвязка преобразилась достаточно сильно в сравнении с тем, что было. Это красиво, конечно. Новогоднее настроение есть? Нет, на самом деле нету. Почему? Не знаю, обычно появляется дня за два, наверное, до Нового года. Красивый троллейбус поставили и елочные игрушки вот эти красивые. Нравится, что облагородили, получается, центральную улицу и поставили вот такие маленькие домики. Все нравится, когда праздник.